Всем подписчикам и зрителям моего канала привет. Это снова мы. Это снова Щука. Это снова Хардкор. Ну что, мы рыбачим. Река Самара, Хащевое, тихо, люди, давай, поклевка, все тот же крашеный арбузик, опа. Такая забирабельная, килограммчик. Николай, молодец. Сколько на водичке. Колька распочинился, рыбку поймал уже. Все тот же Salma Hornet с заглублением до 3 метров. Раскрою вам маленький секрет, где мы рыбачим. Рыбачим на реке Самара. Район Хащевое, Гвардейский. Люди пишут, где рыбачите. Вот я вам и рассказал. Пытайтесь, и у вас получится. Оп, есть! У меня поклевочка. Змеюка. Выпускная. Опа. Ты засила. А ну. Починчик Колькин. Ух, малывка, давай деда и бабу зови. Опа, опа. У Кольки поклевочка, малюлька. Делай свечку на. А съела. Ох, красавица. Да подымай так. Ох и Колька. Ох и молодец. Зараза. Плыви. Давай, давай. Оп. Пролингуем с Колькой. Поймали по одной щучке. Выпустили уже 3-2 схода. Есть. Поклевка у меня. Она и там они. А
щученька, килограммчик, тра-ля-ля, на арбузик, на хорнетик. Две рыбки поймали, две выпустили. Опа. Давай. Вот так. Оп. Отдай. Шел третий час рыбалки. Поймали уже рыбки 3 на 3. Три поймали. 3 выпустили. 2 схода было, поклевок куча, ничего не засекаются, неизвестно. Рыбачим тоже stop and go, потяжечка, остановка. И есть поклевка у меня. Не, в язвах. Один. Сколько? Потихонечку все. Солнышко в зените, рыбка вышла. Давай, 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 давай. Шла на нас торпеда. Клювочка, походу трофейчик. Вот мамулечка идет. Опускай под саку. Вот это она. И выплюнула. Сейчас, подожди. Все. Так, ловить теперь. Опа. Двушечка. Так. Сейчас. Ай да салма! Ух ты! Сейчас нам тут... Умеем ловить, если хотим. 2 схода, 3 выпустили. Водяной дает. Вот так вот. У Кольки змеюка. Ой, трофей. В этом году мы еще таких не ловили. Вот это да. Да ничего будет. Одна лазай. Тоже есть ты хочешь. Аккуратно. Операция.
Девочка. Кто молодец? Я молодец. Ух ты. Поклевка. Вот такая манюсенькая. Да. Она сама пошла. Сама шла. У Кольки поклевочка. Где ты тут? Давай, выходи. Опа. Ну, а этому осторожно. Загнал. Кто-то скользнул. Кольки поклевка. Только начали мелочь выпускать. Та, что в спичный коробок не влазит. А та, что будет влазить в спичный коробок, будем забирать. Да, выпускаем. Есть чуть больше. Взяли 4 штучки. Нам хватит. Колян, ты молодец? Молодец. Вот так вот. Кольки поклевочка. В траву зашла. Хорошая. Спряталась. Хорошая, зачетная. Набери рот. Взорвала. Собрала. К этим сеткой зацепить. Скажи дяде Жене. А. До подружек. Кольки поклевочка. Сейчас она нам тут в траве. Малывка. Выпускай. Да. Будете фоткать? Да. Как отпускать? Маленько. Пускай живет, да. Это что за рыба? Щук. Прикольно, давай, пускай живет.
сегодня у нас поклевочка была типа стоп, отдай спиннинг. Ну, это было что-то трофейное. То есть у меня уже такие поклевки были. Ловил я трофейную щуку. Трофей мой 9700 и 5700. Ну, то есть такая рыба клюет. Стоять, отдайте мне свою снасть. И у меня сегодня была такая поклевка. Но почему-то сошла. Поклевка у меня вот такой вот. Опа. Пароход. Это мы выпустим тебя. Не переживай. Не переживай. Иди расти. Дедушку и бабушку зови. Кульки. Трахвейчик. Фрикцион поет. Мары-мары. Змеюка. Сильно не подымай, сейчас свечу даст. Разворачивайся. Вставай. Тихо вошла. Хорошая. Все тот же Salmo Hornet. Оно паяло ей. Все тоже перекраска. Бедняга поеденный. Но щука думает, что он больной. И ест его. Вот такой вот. И вот так мы ловим рыбу. Здравствуйте. Николай. Полторушечка. Как с куста. Собою. Надо либо гриб заточить. Кольки поклевка. А, идет он. Змея. Ой, Колька ловит, а я Колькину рыбу выпускаю. Давай, плыви. Какая. Отпустили только что щучку. И что-то у Колянчика. Марыго, вставай. Хорошая. И сразу нам, не подымай, зачетную дало. Опа. Ох, красотка. Ох, и Женька и накрасил. Вабляро. Ох, и ловят. Либо гриб. А уже у кого-то была губа оборвана. А может только что. А ну, тетя, скажите. Что такое? Пластмасска, может, расходилась. Да нет, тут жестко. Нет, за стены. Что? Зазор появился. А что там надо, видно, что-то подрезать. Но все равно по модам. Давай за палец. Сейчас он перекусит поводок. Захавал. Ну хорош ты. Скажи, скажите. Шнуром. Угу.
Это я уберу, чтобы кольки опять поклевочка. Работаем на количество, с качеством пока 6 штучек, но все равно это, по-моему, уже 12-я, которую мы выпускаем сегодня, минимум. Тычки, поклевки, все есть, но нам рыбу жалко. До холодов подрастет, будет грамм 700-800, тогда мы ее возьмем. Вот воблерок, который красил, переделывал, то есть рулит, косит щуку. Возвращаемся сколько потихоньку домой, рыбачим. 4 часа вечера уже, еще часа 2 нам по воде идти. Будем надеяться, что будут у нас еще поклевки. Сегодня сработал все тот же Salma Hornet. Тюнинге перекрашенный мной. Кому интересно, посмотрите, есть видео по перекраске воблеров, то есть из нерабочего воблера, который лежит у вас в коробке, вы можете сделать достойный воблер, замену всем своим рабочим. Поймали на нынешний час сколько, 8 щук, 14 отпустили. То есть получили, я не знаю, что 50 поклевок, прошли все тем же маршрутом, рыбалка удалась. Что еще у нас получится поймать, отсниму, покажу конечный результат. Только выпустил маленькую, и нам водяной дал зачетную. Ох и Hornet. Ох и красавчик. Кольки поклевка. Ух ты. Опа. Шестнадцатый выпуска. Все та же проводочка Stop and Go. То есть тянете воблерок, сделали подтяжечку, остановили. Подтяжечку остановили. И 80% поклевок на остановке. Подтяжечку остановили. Оп, есть. Ха-ха. У меня поклевочка вот такая вот. Осторожно. Теперь я ловлю, а Колька выпускает. Давай, плыви. Ух! Что у нас там? Ух! Манипаська.
воду ее. Все, вот и заканчиваем сколько рыбалочку. Чуть-чуть осталось нам, чтобы дойти до места сплава. Наш результат сегодня получается 8 взяли, 16 выпустили. Все выпущенные на камеру, то есть, ну, может быть, одну-две не засняли, провтыкал я. Сработал все тот же Salma Hornet, тюнингованный, перекрашенный. Есть видео, посмотрите. Рыбалкой доволен. У нас еще такой рыбалки не было. Где-то штук 50 поклевок было. Сходы, тычки. Ну, то есть, приманка выбрана правильно. Рыбка стояла локально, то есть идешь 5-7 километров, рыбы вообще нету. Когда начинаются тычки, поклевки, километр прошли, поймали, выпустили, что забрали, опять ходим ищем. То есть нету так рыбы, чтобы рыба была на протяжении всего нашего пути. Рыбалка удалась. Вот так. Смотрите видео по перекраске воблеров, интересно. Также использован аттрактант. Есть видео, как его сделать, тоже в домашних условиях. Эти два фактора, думаю, влияют на наши результаты. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Вот так вот. Вот наш уловчик. Зачетные щученьки. Красотень.